заезжаем в Маранелло, и вот такая лошадь стоит. Опа! А вот Феррари. Так, сейчас будем разбираться. О! Они реально в этих костюмчиках ходят. Вот прямо работники ходят в костюмах Феррари. Сейчас где-нибудь тут запаркуюсь. А вон там реально заводы. Я посмотрел по карте, это development center. Ну, то есть тут это действительно их тут разрабатывают или собирают. Ну, одна из facilities, наверное. А возможно, самое главное, скорее всего. Но, может быть, не единственное. В общем, работники прям тут ходят в этих красной форме Феррари. И что интересно, посмотреть. Работники Феррари, это их парковка возле завода получается. Вот на чем они приезжают на свои работы. Ни одной Феррари я пока тут не увидел. Конечно же. В основном фиаты. Вот вижу Ауди, Бэхи, Ситроены, фиаты, Рено, фиат, Волькс, Альфа Ромео, Ситроен, фиат, Волькс, Опель, Волькс, Опель, Джип, Хендай, Сиат, Ауди, Форд, Пежо, Рено, Пежо, Пежо, Форд, Ауди. Ну ладно, в общем, понятно.